Событие, о котором говорят. В Нью-Йорке открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды, которую местная пресса сразу же включила в десятку самых ожидаемых событий. Что в экспозиции и почему украинское искусство так заинтересовало американцев, выяснял Дмитрий Анопченко. Выставку украинской художницы Зинаиды принял арт-центр White Box. Культовое место. Он был первым в Челси, Нью-Йоркском районе художественных галерей. Его владелец Хуан Пунтес за 20 лет работы научился с первого взгляда определять, где настоящее искусство, а где претензия на него, к чему публика в Нью-Йорке останется равнодушной, а что примет. Я уверен, что Нью-Йорк не просто будет заинтересован, он обязан знать об этой выставке. Мы тут следим за новостями, мы знаем, что происходит в Украине. И для интеллектуальных, интеллигентных, креативных жителей Нью-Йорка эта выставка будет резонансной, ведь здесь заложено так много смысла. И не стоит переживать, что те, кто слышал об Украине лишь из новостей, этот смысл не поймут. Здесь все понятно без перевода. 16 женщин, которые были волонтерами на Майдане. В белом минималистичном пространстве арт-центра, где нет мебели и декораций, и ничто не отвлекает от самих работ, все внимание к этим лицам и их нерассказанным историям. Для автора проекта, украинской художницы Зинаиды, важно было обратить внимание на роль женщин. Рассказать о людях, у которых хватило сил и мужества бороться. Наша країна перебуває в, скажімо так, в політично-критичному стані. І саме увагою мистецтва можна звернути увагу саме на наші глибинні традиції, на наші міцні традиції, на нашу українську культуру, як дуже таку міцну і енергетичну. І саме на наших людей, які мають цю силу, які можуть змінювати історію країни. І саме для мене це головна місія, з якою я саме тут зараз присутня. В названии этой выставки особый код, который во время боевых действий использовали военные, чтобы сообщить «все спокойно» — 450. Три цифры, которые для тех, кто был в АТО, стали теперь пожеланием мира. Эта тема близка и Америке, где множество ветеранов. И это еще одна причина интереса к работам Зинаиды. У Зинаиды очень чувствуется ДНК, исторические корни, чувствуется, откуда она, что она украинка. То, что меня зацепило, и я восхищен, что могу показать это людям в Нью-Йорке, ее отношение к традициям, к ритуалам, это бесценно. Персональная выставка продлится не несколько дней, как часто бывает, а целый месяц. В Нью-Йорке с его бешеным ритмом жизни это большое событие и серьезный шаг в жизни любого художника, который стремится донести месседжи, важные для нас всех. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».